Стой! Почему ты меня не предупредил, что ты на рыбалку идешь в воскресенье в 6 утра? А я не на рыбалку иду. А куда ты идешь? Ты в плаще и в сапогах. Я в парк иду. Ну-ка, сними плащ. Не сниму. Сними плащ, я тебе говорю. Не сниму. У тебя что, под плащом ничего нет? Ты идешь в парк, чтобы показывать, что у тебя под плащом ничего нет? Нет. Так ты там этим никого не удивишь. Ты этим рассмешишь только. Я-то знаю. Иди не в парк, иди в цирк. Что ты вообще говоришь такое, Наденька? У меня есть там одежда. Вот. Господи. Это что такое вообще? Это что такое? Да лучше бы ты голый там был. Это что такое? Вы что там на своей рыбалке просто так-то уже нажираться не можете? Вы что, на следующий уровень перешли? Я Наполеон. Я поняла. Просто у вас мимо гаражей кого-то из правительства будут провозить. И вам, алкашам, красивые костюмы раздали. Почему ты считаешь, что я алкаш-то? Ну как почему? Это хоть как-то оправдывает твой наряд. Я Наденька. Реконструктор. Ты кондуктор. Ты кондуктор в трамвае. Ты что, перемерз там в трамвае своем? Ничего не перемерз, я реконструктор. Я на работе кондуктор, а по выходным я реконструктор. Мы по выходным в парке собираемся. Это движение такое. И куда вы двигаетесь? По полю мы флаг захватываем. Вы ЛГБТшники? Мы реконструкторы. И сколько вас? 600 человек. Господи, 600 человек. Это что, все, кто в дурку не вошел, что ли? Ты не поняла. Мы реконструируем исторические события. Историческое событие? Когда ты соизволил стульчак в туалете поднять. Ты бы лучше вот это историческое событие реконструировал каждый день. Что, у вас там конница есть, да? Есть. А в лошадей кто переодевается? На ком гусары сидят? Ну, мы их как бы пока обозначаем, коней, вот как бы. Ну, тут хвост еще как бы, у кого есть возможность, хвост делаем. Ну-ка, проедь. Ты понимаешь, что тебе через неделю 50 лет? Ты в костюме Наполеона на палке катаешься. Ты в полтинник, белых колготках и на палке въезжаешь. Ну и что, зато меня там все слушаются. А может, ты им тогда прикажешь? Дашь приказ, чтобы нам теплицу достроили? И огород скопали, раз тебя слушаются. Наня, ты меня задерживаешь, у нас там наступление сейчас начнется. Зачем ты там нужен? Чтобы показать, в какую часть парка алкашам на палках скакать? За мной сейчас заедут. За тобой заедут, когда я позвоню. Я правда опаздываю уже. Не переживай. У тебя самая быстрая императорская палка. Ты еще раньше всех приедешь. Сколько этот костюм стоит? 100 000. Сколько? 100. А в вашей реконструкции есть вариант, что императора дома сковородкой убивают? Где ты взял 100 000, поганец? Наденька, я машину продал. Ну правильно, у тебя сейчас есть на чем передвигаться? А мне что, из супермаркета пакеты с продуктами на швабре возить? Ну, Надь, мы потом купим новую машину. Когда? Когда ты разграбишь Москву? Thank you.
Андрей Борисович Бонапарт, вы до сих пор еще здесь? У нас там уже подготовка началась. Меня отправили проверить, где вы. А вы здесь и здесь. Кстати, Наполеон, у вас есть скотч? А то я пока к вам скакал, лошадь загнал. Наденька, у нас есть скотч? У нас нет скотча. Где у вас мусорное ведро? Мне коня надо выкинуть. Почему вы так долго? Вот я объясняю тут гражданским важность нашего движения. Давайте скорее. Там джедаи ждут, чтобы мы поле освободили. У них сегодня ответный удар. Они уже звезду смерти на газели привезли. Ну все, я звоню в дурдом. Пусть вас забирают, прокапывают. Вас, джедаев, звезду смерти, всех. Все, в дурдоме вам помогут всем. Слава богу, у меня начальник, директор дурдома, он мой знакомый. Я ему сейчас лично на сотовый позвоню. Сударыня, а вы мне звоните? Ой, Александр Анатольевич, я вас не узнала в повязке-то. Простите, ради бога. А получается, вы тоже с ними, да? А кто же тогда в дурке сидит? Никого. Все у нас в поле. Ой, а если все там, все-все-все? А я тогда как? Как мне быть? А давайте вы к нам. Что вам-то одной оставаться? Ой, а давайте. Я же к вам как-то по ладошке дозвонилась. Давайте я к вам. Только я сейчас не успеваю, мне еще накраситься надо. Я на джедаев успею. Вы тогда езжайте, хорошо? А я пока накрашусь. Наполеон, да? Ваш боливар вывезет двоих? Ну, конечно, это же карельская сосна. Я сзади. Садитесь. Поехали.